помру, хоть она после меня останется. Ко мне на балкон белый ангел упал с простреленным ложью крылом. Людская молва служит так, как глупа, для дьявола верным стволом. Я дать попытался зеленку и ед, но ангел сказал, это вздор. Мы с ним просидели всю ночь напролет, и вышел такой разговор. Он начал с того, вот уж несколько лет я жду тебя в храме своем. Давай, приходи, оставляй умный бред, канон покаянный споем. К чему тебе блажь прогрессивных идей? Войди под родительский свод. Здесь матери спящих качают детей и молится Богу народ. Ему я сражен не недугом лихим, свечи не дающим слезать. Меня не пускают такие грехи, что стыдно кому и сказать. Ну как я могу, вот ты сам посуди, с такой чернотой и в храм. Нельзя мне в священные двери войти, с таким багажом стыд и срам. Как трудно в ответ он общаться с глухим, когда его гордость трясет, что морю Господней любви те грехи, незримая капля и все. Лежать на печи, не осилить дорог, уйми измышления свои, чтоб каждый хоть как-то очиститься смог, для этого храм и стоит. Тут я говорю, но пускай заживут те язвы мои, но боюсь, поскольку я в мире реальном живу, опять в непотребство сорвусь. Я каюсь, грешу, и вот так городить могу продолжать без конца. А я не хочу еще больше плодить вранье пред глазами отца. Мне ангел, во-первых, по силам твоим дается тебе каждый день. Что просим у Бога, на том и стоим, конечно же, если не лень. И ты, во-вторых, моя радость, гляди на жизнь, как на путь малыша. Упал, поднимайся и дальше иди, пока не окрепла душа. И тут понесло меня в храмах сейчас, сплошные раздоры и грязь. Бандиты на бабок шипят при свечах, и пастыри бьются за власть. Торговля с политикой холят войну, и золото в церковь несут. И вера у них, как ручная в плену, они ей и правда иссут. Мне ангел в ответ говорит, как поет, ты просто все видишь не так. Пока не очистится сердце твое, кругом будут мерзость и мрак. Злой из дому злобы выносят мешки, святое выносит святой. А если вокруг тебя все дураки, подумай ты сам, кто такой. И мерить людьми свят божественный бред, Бог больше, чем люди и храм. И если считаешь, его в церкви нет, тогда приноси его сам. Потом мы молчали, пустой пили чай, я спорить уже не хотел. Затем моего он коснулся плеча и, благословив, улетел. Там, где он пропал, начинала заря ковать нежно-красный металл. Я встал на молитву, и значит, не зря ко мне ангел в ту ночь прилетал.